И всем привет, ребята, с вами Даня Электроник, и вы на моем канале, и сегодня я снимаю для вас такое видео. Я вообще это видео снимаю без голды, но мне пригодится голда, потому что я снимаю видео Stand of 2, но за каждую смерть в закладке бомбы я покупаю один редкий скин. То есть не просто какой-то редкий там скин, а рандомный. Ну то есть смотрите, например, АКРТХ. Ну, кстати, скоро, наверное, когда у меня будет хотя бы 1000 голды, снимем ролик Stand of 2, но за каждую смерть я покупаю случайный скин с рынка, ну, который мне попадется. Мне попадается вот такой вот маг. И что вы думаете? Конечно же, я его куплю. Короче, вот такой вот у нас ролик будет. Тут все, что угодно может выпасть. Все, ладно, погнали в закладочку. Не знаю, какая карта будет. Ну, в общем, вот такой вот форматик возвращается. Потому что голды у меня хоть и не появилось, потому что инвент. Ну, я, в принципе, уже даже понял, что я продам на всякий случай. Что мне прям не надо. Ну, не знаю. Ну, хотя бы, чтобы было на этом ролике 100 просмотров. Если меньше 100 просмотров, то это того не стоит. Так, мы появляемся на... Не помню, какой карте, я не увидел. Я хочу за терру. Всё. Кстати, кто хочет у меня купить АКРТХ за 6500? Ну, вы понимаете, что это очень дорого. Но кто просто может купить АКРТХ за 6500, купите. Я хочу все-таки продать этот АКРТХ и купить что-то другое. Не за то, что АКРТХ говно. Хотя не знаю, не. Скорее всего, АКРТХ я пока продавать не буду. Может, со временем. Но он, по идее, еще подешевеет даже. 4К, наверное, будет стоить. А, я еще помню, недавно, ну не недавно, 25-го. Да, у меня пила вообще нету. Без разминки. Короче, вот да, 25-го он стоил 4К, я помню. Ну, один день. Надо было 25-го дома. Хотя у меня я же на Новый год дома. Отдача сраная. У меня из-за лагов такая отдача тяжелая, сакара. И еще, ребята, да, вот такой вот ролик за каждую смерть. Покупаю скины. Что еще хотел сказать? То, что у меня появился телеграм-канал. Ссылочка на него будет в описании. И в этом телеграм-канале я буду проводить розыгрыши по Stand of 2. Ну, то есть, просто каждый день я буду проводить розыгрыши на голду. Ай-яй-яй-яй-яй, лаги. А, так я уже покупаю один скин. А, но я не буду обращать на эти лаги. Короче, да, я создал свой телеграм-канал по Stand of 2, и вы скажете, откуда у тебя будет столько голды делать каждый день розыгрыша? Конечно же, ребята, на джиджишечке. Залетай на джиджишечку. Ну ладно, ребята, если вы не можете задонить, что сказать? Заходите в мой телеграм-канал по ссылочке в описании. Будут розыгрыши, там пока 5 человек, то есть у вас какой шанс? Сегодняшнем дню не будут розыгрыши, будет завтра и вот так вот. Короче, вот такой вот телеграм-канал с розыгрышами. Так. Ну, если да, хотите просто бесплатную голду, считай на халяву, то заходите на мой телеграм-канал. Потому что только в этом телеграм-канале я раздаю бесплатную голду. Больше нигде я вам не буду давать бесплатную голду, ребят. Поэтому, если хотите голду, залетайте в мой ТГ. Так, ребята, ладно, надо включить звук. Потому что мы как бы играем на рарочку. На тарочку-рарочку. Ага, на Б вообще никто не ходит. Сейчас будем пачку. Это что сейчас было? Planting. Тут просто со мной чел прошел рядом. Я охренел. В этом раунде никого не убил и ничего не получил. Да, вот это, конечно, такой момент был. Опять на бэшку схожу. Хотя, ну да, давайте на бэшку сходим. Ну, не знаю, ребята, если вы хотите, чтобы я создал еще какой-то телеграм-канал просто, ну, по стендофу, то есть просто такой телеграм-канал, ну, не по розыгрышу, то пишите в комментах. Я все комменты читаю и лайкаю, поэтому вот так. Скорее всего, тут кто-то есть. Нет? Ну ладно. А, так ты же без пачки. Мне-то можно, потому что я-то за каждую смерть скину покупаю. А вот
себе. Обычно... Да я говорю, отдача очень большая. Происходит, ребята. Значит, вот так вот затащили каточку. Нормально, нормально. Если реально вам понравился формат, где я покупаю скины, то на этом ролике должно набраться хотя бы 7 лайков. Ну, 7 лайков сможем набрать, конечно же, сможем. Кому-то скидываю свой АТР, чтобы они полюбовались. И, кстати, в прошлом раунде нормально затащил хоть с промахами, но, извините, я играю на 50 FPS, потому что когда я стреляю... Что? А, так, тут тоже могут? Я просто эту карту вообще не знаю, ребят. Вы понимаете? Ой, еще попало. Тоже выкинем. О, на Б пойдем. Вот что, раскид надо брать, ребята, раскид. Ну, не знаю, АКР, в принципе, пока прикольненько, но надоедает реально. Но мне кажется, если меня реально не заскамят, хотя меня уже не заскамят, скорее всего, то с АКРом ТХ годик я хочу побегать. Не знаю, много это или нет. Больше года он не точно не будет. М110, бро, ты чё? Блин, вторая смерть, ребята. И такая нелепая. Хорошо, хорошо. Уже 2 скина в копилочке. 2 скина в копилочке, запоминаем. И, кстати, ребята, как в прошлой части, у меня есть 1 смерть. То есть, если я умру один раз, в любой момент... Короче, если я умираю, то... Один раз это не считается. То есть в любой момент я могу сказать, что одна смерть не считается, поэтому пока у нас один скин остается вот так. Пока один скин покупаем, потому что я юзаю такую штучку. Вы скажете, это читер, что это не по правилам, но это хотя бы какое-то разнообразие, так тоже можно делать. Не знаю, какой-то этот ролик странный получится, но ничего. Кстати, сегодня, да, 2 длинных ролика. Еще один длинный ролик про ТГ будет. Типа я создал телеграм-канал. Кстати, под каждым шортом, длинным роликом теперь будет это, в комментах ссылка. Вы что делаете? Ссылка на ТГ. Блин. Меня пугают, реально. Не знаю, что такое. Где? На Б, там? Где-то там. А, что-то тоже. Я, кстати, снимал еще для вас сегодня длинный ролик. Вместо этого. И что-то он просто получился. Ой-ой-ой, я не знал, что их там двое. Ладно, 2 скина есть. Потому что один раз у меня есть такой. Поэтому 2 скина мы покупаем. О, Абовин. Абовин. И, кстати, ребята, если рандомную рарку покупать, то мне может выпасть... FNV Laser или Glock Relic. Поэтому вот такой вот выпуск. Да, если, конечно, мне выпадет FNV Laser, то, ну, понятное дело, мне не хватит голды, даже если я продам свой инвент. То, в случае, если мне не хватит на какой-то скин, то мне придется слить свой весь инвентарь. Да, я, конечно, тупой, но такие правила. Но, скорее всего, нам не выпадет. А если даже выпадет, то, скорее всего, мне придется вырезать. Хотя я не такой. Ну ладно. Надеюсь, просто не выпадет. Блин, я карты путаюсь вообще. Блин, я не понимаю, где это. Я на этой карте вообще не король. Выходит.
понимаю. Да где? Он знал что-то, он что-то знал. Хорошо, три спина у нас есть. В принципе, ничего страшного, придется продавать мой Дигл Dragon Glass. Я его все равно хотел продать, он мне не нравится. Ну ладно. И, кстати, да. Если я снимаю чаще ролики по BS, чем по Stand-Off 2, то значит у меня нет идеи, что мне снимать по Stand-Off 2. Не надо писать, что, ну как Дима, типа, нет, вернись в Stand-Off 2. Я никуда не ухожу, просто я и снимаю и Stand-Off, и в Brawl Stars. То есть это две легендарных игры. Как я чуть не умер вообще сейчас. Ну, у меня очень большие лаги, ребят. На телефоне как бы. Ай-яй-яй. Живу. Я убегаю на... Я на Ашечку. Всё. Нормально. Ой-яй-яй. Давайте, ладно, кинем. О, на Башечку сейчас пойдем, кинем. На Кэрри. ТХ свой. Ну, кстати, наклейки я, конечно, хотел другие, но какие мне слили, такие будут. Тем более, моей голды даже не хватает, чтобы обклеить его наклейками за 50 голды. Но это просто дорогие наклейки, по 100 голды пусть они и будут. В принципе, мне нравится по цене наклейки. Я думал, вообще без наклейки будет. Хотя цена была как с наклейками. Где? Сзади? А, я слепой. А, на плантик поставим. Бомба на... И бомба сбили. Очень страшно. Ой. Мне реально очень страшно, ребят. Тихо. Ё-моё, 4 иерархи уже надо покупать. Хоть это иерархи, но рарки по цене разные. Взорвётся. Блин. Ну ладно, всё равно закладка, ну блин, а, уже 4 скина надо покупать. И то, потому что у меня один раз есть исключение. Сейчас на, пойдем на. Стеклок тоже прикольный, я типа вообще на нём так не играл. Скины купила, скила нет, да. Просто когда у меня ролик записывается, запись занимает. Тем более на телефоне. Когда я скоро куплю себе планшет, но не скоро, может, через полгода. Это вообще не скоро. То тогда уже скилл будет другой на 120 FPS. И не знаю, буду я играть в 4 пальца. Скорее всего, да. Когда куплю планшет, буду играть в 4 пальца. Но все равно тяжело, смотря какой он по размеру. Когда он большой размером, то тяжело играть в 4 пальца. Я у друга играл. Как-то тяжеловато, потому что он большой. Пальцы какие должны быть? Что я делаю? Тут же... Тихо. Что ты делаешь, Тим? Хотя у меня все равно она не взрывает. Но тут кто-то сидит. Что я делаю, ребят? Я понимаю, я что-то вообще не размят. Это моя первая катка за сегодня. Потому что я вообще не играл. С фанфанфау пойти? Ну... Блин, я наверх хочу, бро. Да, зашел наверх.
Я говорю, я даже экране не могу. Уходите, я не могу. Просто я так понимаю, что вы не понимаете. Ой-ой-ой. Сто процентов еще смерть она. Идеально. Чел зачем-то бомбу выкинул. Хорошо. Тут нет никого. А Гарик? Блин. Я не понимаю, где это по звукам. Надеюсь, не заметит. Нет. А после матча считается за смерть? Блин, я уже испугался. Чё? Ну, ты ударишь? Ладно, дайте на дубу. Короче, повезло мне в этом раунде. А, ну мы, кстати, просрали, но мы все равно закладку бомбы. Да, меня еле как-то не убили, я там еще чела с петуха. Ну, как-то нормально, да, вроде? Где это? Я знал, что он там выйдет, но не совсем так будет. Возьми бомбу. Почему они не знают, что они... Почему они бомбу не плантят? Planting. Странная тьма, но ладно. Надо плантить, а то мы проигрываем за это. Там путь был. Смок. Нормально. Так, нормально. Вот это 5 смертей пока что. Статистика неплохая. Блин. Ладно. Ну ладно. Можно и получше. Я знаю, что это я раскиды делаю вообще никуда почти. Я просто по фану кидаю. Хорошо, там минутка. Я так знал. По звукам тут у меня. Я, в принципе, только А на этой карте знаю. А все остальное я вообще не понимаю. Bomb has been planted. Да я так знал, бро. Там уже сидел даже ты, наверное. Зачем я не буду? Я такой на часы. Нормально. ТХ, кстати, вообще топ все-таки. Ну, надоедает, но топ. Фэн, кстати, тоже прикольный. О, давайте на Б пойдем. Почему бы и не на Б пойти? Не знаю, Легаси лучше или нет, но Фэнк тоже ебать. Ну, согласитесь. Блин, ну вы что, реально? Ну иди! Тупик. Просто. В принципе, против нас не такие прям профессионалы играют. Блин, как отскоком? Ну что отскоком? Проверить, что есть или нет. А, у меня план.
идеально, что у меня поинт. Сюда засядем. Прямо бомба. Опа. Хорошо. Это к Дигу остался с того момента, я не умирал. Блин. Ты тупой чел. Ну распалит-то. Не, ну от бомбы смерть не спалит. Ну ладно, от бомбы не считается. Ну реально, согласитесь, ну какая бомба? То есть, ну, так и остается. Потому что от бомбы не считается. Если считается, то я умру просто. Так, сейчас пойдем на А, чтобы запутать их. Кстати, 7-7. Последний раунд. Да, ролик, конечно, длинный получился. Я сам не ожидал. Но нормально. На Телеграм, кстати, подписывайтесь, если хотите бесплатную голду. Но если хотите, не хотите на Телеграм подписываться, хотя я говорю, лучше подписаться, то на джишке тоже можно заработать, но туда надо деньги класть. А в моем Телеграме не надо деньги класть. Да блин, ну поинти. Сидишь, что ли, нельзя поинтить? Я что-то не знал, вроде можно. Я один? Ну, рофлите. Ну, я знал тогда. Шестая смерть, шестая рарка. Блин, мы еще и просрали. Да, но... Ну... Можно? Не, нельзя считерить, да? Нельзя? Нельзя считерить. Дай... Пожать голову. Ну, потом разберемся. Ну, в общем, ребята. Катка закончилась, а теперь самое интересное по скилу. Кстати, а кто писал, что у меня скилла нету, ребят? У кого еще скилла нету? Просто я не размялся. В прошлом, Антон, привет, как дела? Понятно. Ну, как вы помните, в прошлом ролике, не в прошлом ролике, а в прошлой части, покупать скины у меня было в этом видео. Ну, а в этом видео уже такого не будет. Потому что... Потому что... Так, кто мне кинул заявку, я вроде... Я даже их понимаю. Так, кто-то кинул. А, это у тебя скилла нету, который писал, не он писал. Ладно, ребята, давайте теперь переходить к рафтам. Первый рафт. F1 ой, F7 Tactical. Покупаем. Пам. Купили, хорошо. Ну, купили, 100%. Ну, сейчас. Что там лезер был? Ну, это не считается, потому что сейчас. Я смотрю. Короче, он купится в любом случае. Давайте на всякий случай сейчас что-нибудь продадим. Я даже думаю, знаю. Все, купили. Надо что-то продать в любом случае. Это Digital Dragon Glass надо продать. Всё. Блин, за такие копейки. Ладно, ладно. Все, я его выставил на продажу, у меня просто такие баги. Ага, один скин есть, а у меня сколько надо было? 5? Давай теперь. Сейчас. Все, теперь, наверное, считается. Не знаю. Сейчас голда придет, ребята, я поставлю на паузу. И все, у меня купили Digital Dragon Glass. Очень жалко. Ну ладно, давайте смотреть, что тут. Уникорн. Хорошо. Уникорн. Ну я купил, ребята. Ну ладно, это тоже не считается, потому что я еще не купил. Давайте я перемотаю, когда он у меня купится. И уникорн тоже прилетел, такая рарочка. Она тоже прилетела. Ой-ой-ой, тропик, так где тропик, так трек. Не знаю, оставлять или нет. Хотя мне еще надо будет и без наклеек. Ну все, в принципе, тропик купили, давайте я перемотаю, когда он купится. И Тех-9 Тропик статрековский прилетел. Голды мало, не факт. Ладно, в принципе, правило не запрещено вот так вот делать. Потому что реально голды нету. Давайте, ладно, вот эти, да, реально скины выставим. Не знаю, можно так или нет, но никто не говорил у нас. Ну, 60.
Потому что нам не хватает голды и пикники. Так, ну все, я выставил, давайте ждать, когда кто-то купит. Тег 9, тропик у меня купили. И уникорн тоже купили, значит, нам, по идее, хватит. Так, там была вот эта вот эмочка была. Все, все, давайте покупать. И мы ее, считай, купили. Ну, я ее себе и оставлю, скорее всего. Ну, посмотрим, она красивая. Я ее купил или нет? Хорошо, она сейчас купится. Давайте я для вас перемотаю, когда я ее куплю. И все, он 60 прилетает, 100 трековая. 0,18 голды. Может, хватит, мне не знаю. А может, и не хватит. Может, и не хватит. М60 продаем. Прям за 10, за 11 ровно продаем ее. Блин, а блин, ну да, за 11 придется продать. Ну извините, ребята, что я читерю. Стикер вывела. А там что было? Там был, блин, ну... Что-то я не продуманный ролик снял. Что-то я реально не продуманный ролик снял. Так, ну там зато был... Там был... А, там стикер был, точно. За 2 голды был стикер. Давайте сначала... Ай, зачем я по цене поставил? Я тупой. Какая цена? Ладно, там был стикер. Сейчас мы его купим. Ну все, ладно, давайте считать, что мы его купили. И как убрать по цене? Как убрать по цене, я забыл. Как убрать по цене? Ладно, я для вас включу, когда я уберу. И, в общем, ребята, я посчитал, что мы уже купили 5 скинчиков. Давайте реально вместе высчитаем. 1, 2, 3, 4. И вот этот вот скин был 5-й, точнее, граффити. Ну ладно, ребята, если вам понравился такой вот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Обязательно подписывайтесь на ТГ, ссылка в описании. Ну, с вами был Даня Электроник. Всем пока-пока. Пока-пока.